Каспийске на базе спорткомплекса имени Курмагомедова состоялось первенство школы по вольной борьбе среди младших юношей 2011-2016 годов рождения. Основная цель турнира – это вызвать интерес у молодежи к данному виду спорта. Наши ребята, которые здесь занимаются, мы решили между ними разыграть медали, кубки, грамоты, ценные призы. Участников более 150 здесь. Весовые категории, да, от 22 килограмм начиная до плюс 55. Это юношеские возрасты, веса такие. Организаторы турнира отмечают, что подобные соревнования проводятся ежегодно в честь окончания учебного года. Два внутренних первенства и два открытых. Напомню, что по итогам соревнования все участники получат призы, а победители заберут кубки и медали.